Сегодня в меню – кофе Сникерс. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Молоко – 100 мл. Шоколад темный – 1 столовая ложка. Паста арахисовая – 1 столовая ложка. Кофе натуральный – 1 чайная ложка. Орехи арахис – 1 столовая ложка, измельченные. Вода – 270 мл, 200 мл в кофе, 70 мл в эспрессо. Если вы любите пить ароматный кофе в прикуску с батончиком, Сникерс, приготовьте этот напиток. И я уверен, что оцените его по достоинству. Так что берите рецепт на вооружение. Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления кофе Сникерс. В чашу выложите арахисовую пасту и шоколад. Влейте в чашу горячую воду и хорошенько перемешайте до однородности. Сварите в турке или кофемашине кофе, процедите и влейте в чашу, перемешайте. Молоко нагрейте и вспеньте, чтобы получилась молочная пена. Разлейте приготовленное кофе по чашкам, налейте сверху молочную пенку и посыпьте измельченным арахисом. Сразу подавайте к столу. Приятного кофепития! Кофе получается довольно густым и очень сытным. Если любите сладкий кофе, добавьте шоколадный сироп или сахар, и лучше всего тростниковый. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!